Я вообще детей прошу на детской юге, чтобы колено дети на колено заботились уже о родителях, автомобили делать детскую Европу. Все такое. Иначе взрослые сами не такие. Они ленивые, вы знаете, да, родители занятые чем-то. Нет, вот такие ходят время. Вы должны дома стимулировать заниматься детской йогой. Своих родителей. Это очень хорошо. Очень хорошо. Потренировались, да? Давайте вот еще потренируем вот такое движение. Вот так ножки поставьте. Помните, у вас было такое движение? Берем. Вот так. И вот так поднимаем. Видите, вдох. Опускаемся на подбородочек, на колени выдох. Поднимаемся на носках. Вдох. Подбородочек лежат. На носках. На носках. На носках. Коленки вниз. И опускаем подбородочек на колени, выдох. Вдох. Поднялись. Коленки вместе. Выдох, опустили подбородочек на колено. Давайте вот делаем.